Похожую картину часто можно наблюдать на улицах с частными домовладениями после того, как по ним проехала спецмашина. В то время как транспорт ходит по расписанию, объезжая улицы в определенном порядке, многие жители выставляют пакет в любое удобное для себя время. В этом случае действия жителей не только нарушают правила благоустройства, но и наносят ущерб имиджу курорта, от которого в той или иной степени зависит благосостояние каждого, кто живет в Анапе. У всех приходит квитанция на оплату, и там на обороте написано, что вывоз мусора производится с 7 утра или с 6, или с 8, у каждой улицы по-разному. То есть люди должны к этому времени вынести мусор, но у нас мусор выносится после машины, когда машина уже проехала, тогда кто когда проснулся, тогда и несет мусор. Кошки, собаки разрывают, вороны растаскивают.